Югра подписала соглашение с Санкт-Петербургской международной товаро-сырьевой биржей. Округ планирует внедрить биржевые технологии на рынках нефти и нефтепродуктов, природного газа, леса и лесоматериалов. В соответствии с соглашением планируется проводить образовательные и маркетинговые мероприятия в области биржевых торгов, производных финансовых инструментов и закупок. По словам главы региона, это благоприятно отразится на экономике округа и позволит предприятиям округа расширить границы рынков сбыта, а также оптимизировать затраты на приобретение товаров и сырья. Ведущие компании Югры уже работают на бирже. Предполагается, что подписанное соглашение откроет новые возможности именно для среднего бизнеса.